Всем привет! С вами Антон на канале Антон Фриланс. Как всегда, прикол такой уже. Вот. А сегодня я на массовках. Сегодня меня пригласили в съемки в фильме в университете. Суперский вообще университет. Смотрите, какое огромное-огромное здание тут построено. Это находится почти за Бангкоком, такой дом. Вот. Тут вообще огромные территории. Ну, вот такой вот храм, красивый, храмовый комплекс. Вот. Так что вообще офигенно-офигенно круто. Сейчас уже почти 7:30 утра. У меня еще есть полчаса. Пригласили меня в 8 работать. Я, как всегда, пришел молочком пораньше. Вот. Все. Сегодня заработаю денежку. Платят за такую работу 1500 бат. Ну, это массовки, это ерунда, фигня всякая. Вот. Так что посмотрим, что будет дальше. Вам покажу, расскажу. Так что вот, с вами была звезда Таиланда, Антон Фриланс. Всего хорошего вам. Пока-пока. Смотрите, какое красивое здание вообще в университете. Вот. Тут приглашены тайские актеры и девушки. Вот тут гримерка расположилась. Вон здесь нас накрасят, оденут. Вот. Будем сниматься в суперском каком-нибудь фильме про университетскую жизнь. Вообще ништяк. Вот какие-то вообще королевские как кресла. Вообще красота, красота здесь. Очень круто. Модели, которые пригласили. Ой, девушка. А девушка, наверное, супер. Ой, суперзвезда. Да, красота, красота. Аппаратуру навезли всякого. О, аж три камеры. Какие вообще профессиональные супер камеры. О. 1, 2, 3. Точно какой-то будет фильм снимать высокобюджетный. Вот. Вот так вот. Можно стать суперзвездой в Таиланде, приехав. Вообще ничего у меня нету, я даже сюда приехал без денег. Вот, и вы можете стать просто суперзвездой. Главное захотеть стать. Главное, как Зелен говорит, очень-очень захотеть и нацеленно думать об этом, потом отпустить это желание. Все, и вы станете. Зашибись, какой красивый университет. Вообще, я даже и не представлял, что в Таиланде такие вообще огромные размеры университетов. Как будто вообще какие-то московские университеты. Да. В Таиланде вообще считается очень, ну, так сказать, хорошо, престижно учиться, и талант приветствует это. Вот, и можете сами приехать сюда, в Таиланд. Учебную визу у меня, тоже будете учиться, вот, и жить в Таиланде. Наслаждаться жизнью, прям как я. А вот даже, может, и лучше, потому что вообще в Таиланде день, каждый день еще раз лучше, чем прошлый день. Это так хорошо. Вот, смотрите, вообще тут какие королевские места. Офигеть. Сади кап. Ну, вообще, о, красота какая, королева. О. Вообще, офигеть, как красиво. Король. Король, вот, молодой здесь показан. Вот сейчас вот действующий король Таиланда. Какая картина большая. Да, обалдеть. А меня, кстати, можете поздравить. Я вот вышел на голодание. Уже неделю ничего не ем. Ну, пью только водичку. Много, очень много энергии. Хотя вот сегодня ночью не спал. Ехал сейчас на байке сюда. Где-то часа 3.
Вот, и, честно говоря, уже немножко отключался по дороге, так что надо, думаю, отдохнуть, поспать после этой работы. Часик. Вот, ну, смотрите, уже здесь такая форма такая, традиционная. Вот, такая красивая. Вот, ага. Вот. Такие вообще тут персонал такой красивый. Круто, круто. Ну вот. Так что вот. Welcome to Thailand. Вот. Будьте тоже суперзвездами. Вот. Если что, пишите, звоните мне, обращайтесь. Вот. Расскажу, как выйти из матрицы. А вообще, послушайте сначала Вадима Зелланд, а потом ко мне. Все, вот так, до связи. Потом покажу, что там. Ты что? Всем привет. С вами был студент Тайского университета Антон Труан. Да, я прикалываюсь. На самом деле, что-то хотел вам рассказать. Пока ехал на съемке, надо перемыкать в голову. Ведь мы энергия, вот, любовь – энергия, а энергия – это вибрация. Вот. И, соответственно, чем выше, ну, вы уже там слышали, там, есть узоры под каждую вибрацию, свой узор. Чем выше вибрация, тем сложнее узор. Наверное, вы видели опыты, когда на тонкую, на сетное полотно накладывается песок, вот, и производится вибрация, вот, и получается узор красивый. Вот. Ну, знаете, да. Вот, и вот в связи с этим я хотел сказать, что мы ведь тоже вибрации, и мы можем, соответственно, а мы как губки, вот, не люди, и мы можем свои вибрации повышать и понижать. Вот. Соответственно, если чем выше вибрация, тем мы ближе к Богу. Так, чем ниже вибрация, тем мы ближе, ну, так можно сказать, к демону, ну, или к дьяволу. Кто во что верит, понимаете? Как бы на самом деле все этого не существует, это все существует всего лишь только в нашей голове. Вот. Вы хотите, верьте в дьявола, будет у вас дьявол, хотите в Бога, на демона будет демон. В общем, короче, как вам нравится, что вам внушили, опять же, тоже по телевизору, что показали, вот. Чего вы боитесь, вот. Тут, может, в то и поверите. Вот. Ну, это дело ваше. Вот. Хотя, конечно, рекомендую ничего не верить, вот. Это верить в себя. Конечно, Бог в Бога тоже. Вот. Ну, значит, о чем это? О вибрациях, да. Вот. Вибрации. Так вот, смотрите. Получается так, что вибрации мы можем повысить за счет, ну, так если попроще говоря выразиться, хорошей жизни. То есть правильного питания, там, правильного распорядка жизни, вот, и правильного уклада ума, вот, души и тела. Вот. В общем, будете повышать вибрации, соответственно, будет накапливаться ваша энергия. Можете ее назвать праной, или просто энергией, или кундалини. Вот, и как хотите, это тоже все. Все на ваше усмотрение. Вот. А соответственно, чем больше у вас энергии, то чем когда вы покинете ваше тело, ваша душа будет пребывать в одних из высших миров. Допустим, набрали определенное количество энергии праны, вы, допустим, будете жить в таком мире, как бы что. Как это что было? Что наработали, то и заслужили. Ну, как бы, что как бы в этой жизни наработали, то и в следующей жизни будете заслуживать. Типа получку получать. Вот. Кто-то сейчас, может быть, уже отдыхает в этой жизни, потому что он в той жизни много-много работал. Вот. Но на самом деле могу сказать, что пределов этого нету. Вот. Вы можете, конечно, сделать перерыв. Вот, вы можете в этой жизни, если вы в прошлой жизни хорошо работали, отдохнуть. Вот. Ну, я не знаю, что. Если вам повезло, вы родились в богатой семье, с деньгами, там, то вы
можете там наслаждаться, тратить жизнь свою, деньги, там, ну, как говорится, свой эпос, энергию свою. Вот. Ну, в прошлой жизни, в следующей жизни будете опять нарабатывать это все. Это как бы все дело ваше, это все всего лишь закон Вселенной, в котором все живут, все существа так живут. Вот. А если вы это осознали, живете осознанно, то вы, несмотря на то, что у вас может быть уже много энергии или уже кое-что есть, вы будете еще накапливать, понимая, что накопив сейчас еще больше опыта такого и такой энергии, то в следующей жизни вы еще будете больше круче в шоколаде. Все как бы в ваших руках получается, вообще все круто. Хотите, можете вообще там супермагами стать в следующей жизни, можете вообще материализовать, что хотите. Можете там захотеть родиться в богатой семье, там, вообще с деньгами постоянно, грести лопатой. А если вам это деньги не важно, вообще можете богом стать дальше. Кстати, можете создавать свои миры, вселенные, если вот вы этого пожелаете. Вот, просто можете стать богом и жить, как бы, создавая свои миры. Вот, как вот наш мир создали, Тидай тоже был просто человек такой же, как мы. Вот, он набрал столько энергии и смог создать такую вселенную и нас. Таких прекрасных людей по подобию своему. Вот. Жизнь — это всего лишь игра, поэтому играйте как хотите. Вот. Как хотите, так и играйте. Да. Надо, кстати, вообще об этом книжку написать. Угу. Просто вообще... Я думаю, это будет тема интересная и полезная. Ну вот. Ну, а, значит, дальше о вибрациях. Я вот, допустим, повысил свои вибрации. Ну, как, в принципе, это уже тоже. Я ничего нового не говорю, все это уже об этом сказано. Только всего лишь повторюсь, что вибрации можно очень легко повысить. Это, допустим, перестать кушать грубую еду. Жесткую еду, которая нас... Если мучает наш организм, вот, и, как говорится, занижает наши вибрации, вот, поэтому, нормально, да, видео снимаю, ну короче, ну, вот, можете вот, завышать вибрации или занижать, можете пить алкоголь, там, курить марихуану, травку там или это сигареты курить. Короче, вы будете занижать свои вибрации, ну, соответственно, такие будут и в следующей жизни ваши выводы. Вот. Ну, следующая жизнь такая будет. Вот. Ну, кстати, да, можно назвать это и кармой еще, да, точно, карма можно так назвать. Вот. Что-то, может быть, еще совершили плохое. Понизили свою вибрацию, заработали карму, ну, просто потом отработаете это в 2-3 раза, сделаете то, что совершили. Вот. Ну, я не знаю, там, допустим, кто-то кому-то что нагрубил, не смог это удержать себя, демон не вселился, он там наорал на кого-то. Ну, блин, через следующую жизнь, а может быть, даже и в этой жизни отработаете, ну, на вас наорут, там, пожестче, как говорится, чем вы наорали. Вот, да и вообще примеров миллиарды можно набрать. Там собрали кому-то, вам собрали, украли у кого-то, у вас украли. Вот, все просто это просто обычный элементарный закон Вселенной. Вот, бумеранг, это одним словом, бумеранг. Вот. Бумеранг прилетит вам, и вы получите все в войне. Вот. Так что вот такие пироги. Вот. А я вот, знаете, я верю в Бога, я верю в свет. Вот. И я хочу повысить вибрации, допустим, я вот устраиваю голодовки, вот, и потому что голодовки мне помогают очистить мой организм от всяких вредных насекомых, то есть, ну, не насекомых, паразитов, так можно сказать, сущностей там, которые сзади цепляются, типа маятники там, эти, как их там, эгрегоры и всякие названия этих темных сущностей с заниженными вибрациями. Кстати, люди тоже могут спуститься до их тоже. Так что так будет вибрация. Вот. Так что, в общем, снижайте свои вибрации и получайте такую жизнь. Вот. Повышайте свои вибрации, получайте такую жизнь. Вот. Ну вот, так вот я еще опять сбился немножко о питании. Вот вы видите это
питание, у нас же это, наверное, 70% жизни зависит от этого. А если, прикиньте, вы перестали есть или хотя бы снижаете уровень своего питания, там время, там готовку, там сложную, несложную еду, у вас высвобождается больше энергии, повышаются вибрации, и, соответственно, вы, короче, еще круче нарабатываете этот опыт, прану, эпос, так называемый, как хотите, так называйте. Я вот сколько уже, сейчас голодаю уже неделю, не ем. Ну, как сказать, я не хочу вам врать, я говорю честно, это, не ем твердую еду. Ну, я пьем водичку, я, знаете, я очень люблю, как бы, поскольку когда не ешь, ты еще мало спишь, вот, а я еще, как говорится, если начну гулять ночью, так это вообще всю ночь не сплю. Ну, я пью энергетики иногда. Я понимаю, что это не очень хорошо для сердца, там, для тела, как бы, вот, потому что там содержится, наверное, и сахар, там, витамины, конечно, всякие, вот, пока так, пью, как говорится, энергетики, вот. Иногда могу позволить себе какой-нибудь там сок выпить. Вот. Как бы это тоже со временем придет и уйдет. В общем, главное меньше питаться, соответственно, очищается организм, повышается вибрация. Вот. Наверное, я вам все сказал, потому что смотрю уже, говорю, по-моему, одно и то же. Вот. Я надеюсь, вы меня поняли, мои мысли до вас дошли. Вот. Это очень важно, потому что чем выше у вас вибрация, тем вам вообще проще будет. И у вас, как говорится, открываются все двери, вы ключик от всех дверей, вот, и все ваши желания, мечты быстрее сбываются. Вот. Так что все будет круто. Вот. Я желаю вам успехов, счастья, там, всего хорошего. Вот. Вот. А у меня вот сейчас массовки. Сейчас я пойду переоденусь, наверное, сегодня съемки будут. Вот, сегодня поработаю. То есть, такие у меня сегодня приключения. Сегодня съемки фильмов. Будем суперзвездой Таиланда. Вот. Так что с вами был Антон на канале Антон Фриланс. Подписывайтесь на мой канал, рассказывайте своим друзьям обо мне. Вот. Будет много подписчиков, будет много интересного, я вам выложу. Потому что мне будет больше стимула. Как говорится, будет денежка, хотя бы обновить телефон, а то вообще потерял телефон, представляете, или украли, фиг поймешь. Ну, зато сильно задумался, материализовал телефон другой нашел. Ну, телефон, конечно, не такой хороший, как был. Вот. Камера снимает, может быть, не так качественно, как раньше. Вот. Хотелось бы камеру вообще офигенную, телефон крутой. Вот. А так, знаете, как говорится, с миру по нитке, там, ведь несложно там кому-то нажать лайк или подписаться или рассказать кому-то. Вот. А YouTube за это копеечку какую-то маленькую заплатит. А у меня так глядишь с миру по нитке, да и наберется на какой-нибудь телефончик или камеру. Вот и все. Вот, как бы и вам хорошо, и мне хорошо. Вот. И, как говорится, мы же все единое целое, поэтому мы должны все помогать друг другу. Вот. Это же как бумеранг, вы же сами понимаете. Все вернется и вам тоже хорошо. Ну ладно, что-то я вообще заболтался. Ну все, респект вам, мои друзья. Всего хорошего вам. С вами был Антон, это мой Антон Фриланс. Пока-пока. Сейчас немножко перерывчик. Сейчас у меня была эта роль, как я ходил. Мы были генералами. Перед нами жена генерала. Мы ей рассказали не очень хорошую новость. Вот, она расстроилась. Вон она. Там лежит, отдыхает сейчас, звезда. Вот. Такое иранское телевидение приехало, в общем, снимает в Бангкоке. Вот. Аж такие дела, в общем. Сегодня мы снимаем в университете. Вот. Так что всем вам желаю того удачи. Да, там меня кто-то, кстати, спрашивал, как это, где найти такую работу, вы знаете. Найти ее достаточно легко, просто набирайте в социальных сетях, в основном в Фейсбуке, там работа в Бангкоке, съемки, кастинги, вот, и ищите там. Вот. Если кто-то приедет даже в Бангкок, вы можете загрузить программу Line, это типа Skype, общалка, вот, и скажите мне, вот, я вас добавлю в группу, где вывешиваю постоянно информацию об этих кастингах, вот, и там будете смотреть, если вы подходите по параметрам.
будете высылать свое резюме, фотографии и все, короче. Тоже будете такой же звездой, как и я. Вот, так что все, желаю вам удачи, всего хорошего вам. Вот, пойду дальше. Еще рабочий день не закончился, одним словом. Вот, но у меня уже полные штаны счастья. Так что такие вот у меня приключения в городе Бангкок, в университете. Вот. Ну все, пока-пока. С вами Антошки вообще нас тут одевают. Вообще класс. Мы сегодня такие военные люди вообще. Зевай. Сейчас пофоткаемся с суперзвездами. One picture together. Oh, one, two, three. Oh, very good. Thank you very much. Now we are like friends. Friends of love. Yeah. No, we exchange line after finish job, exchange line. Да, вообще потом мы контактами поменяемся. Вообще классная работа. Обрастаем контактами, снимаем видео. Вот так становимся звездами. Вот, так что вот вам того желаю. Вот. Всего вам это. Хорошего. Мы будем вот такими же звездами в университете, как здесь. Мы такие в военной форме. Столько еще получилось, в этот раз агентов пришло. Я со всеми познакомился. Вообще отлично. Столько вообще улыбок и радости. Такая легкая работа. Так что всем желаю того удачи. А я вот сейчас на съемку часа. So, 5-4-3-2, we go outside, and then we talk. But talk maybe look a little bit serious, because it's like the meeting finished, and we are not happy. We are not happy in the meeting. But they don't record your voice, so you can talk whatever you want. Очень хорошо. Ой, заебись. Калинка, малинка, малинка моя. В саду ягода, малинка, малинка моя. Да, вот так вообще прикольные съемки проходят, мы отдыхаем. Вообще ништяк вообще. Рекомендую всем в Бангкок приезжать. Oh.